стоим. Вот справа со мной рядом, это мой брат родной. Он должен был сегодня тоже прийти, но сегодня что-то не получилось. Ну, это я у друга на железной дороге на Новый год. Ну, а это мы ездили в Семятыче. Вот сидим мы, ну тут все в перемешку пошло. Это мы на Новый год, это Московского района, мы вот сделали там зарядку, все, и потом с ведрами взяли, и с ведрами мы, как говорится, работали на публику. Вот. Ну, а потом пошли, видите, мы обливаемся елкой под музыку. Там, если хочешь быть здоров, закаляйся водой холодной, обливайся, если хочешь быть здоров. Вот. Ну, это повторение где-то там. Вот это мы. А это на соревнованиях по спортивному зимнему плаванию. У нас там баня была, все, и такая вот купель с тепленькой водичкой. И мы там, как говорится, вот в перерывах между заплывами иногда вот тут грелись, подогревались. Вот, это в Елгаве. Ездили мы в Елгаву на международные соревнования Латвия. Вот эта женщинка, она с Аргентины. Приезжает все время, трижды она и в Минск приезжала на соревнования. Нет, с Чили, не с Аргентины, с Чили. Вот тоже тут будет так международная такая компания. Вот, это вот тоже мой брат Дима. И все это было. Это в Польше, в Семятычах, пару лет назад. На фестивале, да, на фестивале. Ну, это на соревнования, начало соревнований второго открытого чемпионата в Беларуси по спортивному зимнему плаванию. Дальше. Ну, это все на елке мы там разминку делаем. Ну, это в Минске тоже. Вот эта Елена Гнаук только-только научилась плавать. За три раза похода в бассейн научилась плавать. Вот. И поплыла и на соревнованиях заняла первое место. Почему? Потому что в своей возрастной категории она была единственной женщиной. И получила золотую медаль с Пружанского района. Ну, вот это тоже у нас. Это Барановичи. Мы ездили к нашим моржам. У нас сильная в Барановичах моржевая группа. Вот, Коврине послабее. Ну, и мы ездили к ним на купание в Барановичи. Ну, вот это тоже октябрь. Это, ну, вот тоже мы купили между соревнованиями, между заплывами, вот так отогреваемся. Пьем чай горячий. Вот. Ну вот так у нас. Володька, видишь себя, нет? Что, ты не увидел себя? Не знаю. Вот, еще раз. Ну вот тут много кто кого знает. Ну это Семятычев. А нет, это не Семятычев. Это в Минске, это в Минске. Семятычев у нас только там. Да, с другого ракурса. Вот у нас тут присутствует Ольга. Вот там, которая там сидит, Серега, она имеет кучу этих медалей. Уже если ей повесят все на грудь, то будет ходить на полусогнутых. Дальше. А, все, да? Хорошо. Ну вот, такой маленький...